Ну, вот так выглядит теплица, засыпанная снежком. Основательно. Основательно. Пинц. О. То есть вот в этой части оно нормально осыпается все снизу. Лучше сделать так заранее, чтобы было куда снегу потом падать. Дин-дин. О. И все. Береженого Бог бережет. Все-таки снег, пока сухой, он сухой, а когда мокрый, он мокрый, он тогда тяжелый становится. Вот 5 лет уже теплица этой. Ничего, нормально. Все. Спину. Не, пенопликсу. Это другое. О. Короче говоря, поликарбонат качественный. Он не очень боится времени. Вот он, видите, он, сказать, прозрачный. Нормальный. Никаких пока проблем. Ну, потому что брали, во-первых, на нормальной фирме в Минске с гарантией. Хотя вот эти трубочки, это, честно говоря, Уфло. Вот трубочки хорошие. Это оцинкованный профиль толстый. Вот это уже после того, как поломало фронтон, мы делали, переделали. Получилось у нас так. Вот. Вот оно. Этот профиль от гипсокартона. За это время во что он превратился? О, ржавчина. Летом, когда жарко, все это вот так превращается. Не дай-да. Вот, поэтому по возможности лучше все-таки, вот видно даже, провисает немножко под весом. Лучше его тряхнуть. Не испытывать, так сказать, судьбу. Можно и с той стороны аккуратно длинный какой-нибудь штукой, типа швабры. Швабры-кадабры. Ну вот, тут тряхнули. Тут 3,5 метра, поэтому у него она более покатая. Это такие все равно 3-метровые. Ну, хотя тоже желательно скидывать, если есть возможность. Потому что если мокрый снег, потом пойдет мокрый. Он налипает. И весит он уже очень прилично. Вот. А поликарбонат у нас прочный. Но все равно зачем лишний стресс давать всему этому делу. О, хорошо. И сказал он, что это хорошо. В этом году навалило самого ноября. Так вот. Все, руки мерзнутся.